Всем привет, с вами Лафер. Ну что ж, сегодня у нас реакция на Антон стал Сигмой, Патрик Бейтман в Тини Бани. Ну что ж, я на это видео наткнулся в рекомендациях, оно так нормально еще просмотров собрало. И мне интересно, что здесь такое. Типа, здесь про Сигму, у Сигма. Что ж, давайте начнем. Так. А, чё? Довольно была. Фига себе. Первый день в школе. Чё? Что? Блин, ну, монтаж топовый. Шапку еще прифотошопили. Ой, да не тереби так. О, нифига себе. Двигается типа анимация прям. Ты будто изменился. О. Сегодня ты точно какая-то другая. Фига себе. Почему так реально меня просто ржать тянет? Не, ну меня прям ржать тянет. Надевай, брат. Не, ну анимацию прям вообще. Я хочу анимацию с Полины пересмотреть. Ну-ка. О, вот прям видно то, что прям даже вот... Ну-ка, стоп, ну-ка. Да-да-да, мышку видно, короче, у меня при записи. Прям видно, что вот аж волосы аж анимированы. О! Сегодня ты точно какая-то другая мозга. Так. Надевай, брат, а ту урою. Да погляди на него, он же дурик конченый. На нахер! А вот это очень странная сцена. Это, наверное, это... После того, как, ну, Катю, ну, не спасли, такой... Он такой сел, такой закурил, такой... Бля! Я не смог, бля! Закурю-ка. Алло? Нет, что ты? Придешь завтра ко мне в гости? Нет. Настоящий Сигма. Нет. О. Не, ну это было угарно. Угарный видосик, прям вообще прикольный. Монтаж офигенно сделан. Здесь прям как анимация, прям сделано, типа движение. Ну что ж, с вами был Лафер. Надеюсь, вам понравилась моя реакция на это. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комменты. Вы можете там поддержать меня, там донатики, там на Бусти подписаться. Ну что ж, всем пока.